Друзья, приветствую на канале. Писал мне Вадим некий на YouTube по прошлому видео по крыше. Вот хочу показать свою крышу. Крыше уже 7-й год. Здесь у меня раньше был дымоход. Сейчас у меня как бы отопление от котла. Говорит, что крыша будет гнить. Крыша в идеальном состоянии. Все сухое, нигде ничего не гниет, не течет. А про то, что нужно делать гидроизоляцию крыш. Я не спорю, она нужна в домах мансардного типа, где помещение получается теплое в чердаке. Там повышенная влажность. А то, что поутру бывает конденсат на железе, при первых лучах солнца он просто высыхает мгновенно. Еще раз повторюсь, крыша уже более 6 лет. Крыша в идеальном состоянии. Вот фронтон, который очень часто мокнет от дождей. Доска вот такая темненькая уже. Но она влажная, были дожди. Ну, все сделано по капле, что стекает все наружу. А сама стропильная система, подшивка вся железо. Все в идеальном состоянии. Сегодня будем крыть крышу Анатолию. Это уже, говорится, не первая моя крыша. Это была моя первая крыша. Здесь, на участке, когда мы строили маленький гостевой дом. Даже вот здесь, где дымоход, разделки никакой у меня не было. Герметичности не было. Вот даже вода стала подтекала от дождей. И все в идеальном состоянии. Железо пригревается очень сильно на солнце, высыхает все. Никакой влажности в крыше вообще нет. Крыш у меня много. Банька наша маленькая. А вот Анатолия баня. Сегодня будем накрывать. На доме у меня крыша сделана аналогично. На гараже, на кочегарке. Все идеально. Информация о том, как гниют крыши, искал я, ничего хорошего я не нашел в интернете. Вот так вот. Утепление здесь у меня вообще минималка. Здесь рулонный утеплитель, изовер, и сверху ветрозащита. Балки все чистые. Все сухо, пыльно, как и на всех крышах. Вот конек. Все сухо, никаких, говорится, намеков на гниль и тому подобные вещи нет. Были у меня заказчики крыш, и делал уже не одну, много крыш было. Делали мы, получается, здесь по стропилам влагозащиту, рейка контрабрешетки, и уже потом идет, получается, подшивка под кровельное либо железо, как здесь, либо металлочерепица. Но это лишнее. Это делается для мансарды. А для холодного чердака гидроизоляция не требуется. Надеюсь, на видео ответил. Будут вопросы, пишите, интересно. Благодарю за внимание. Всем
отличного дня, отличного настроения. Погода у нас сегодня замечательная будет. На небе бегаются не тучки. Ну все, друзья, благодарю за внимание. До новых встреч!